21 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня такое. Все продается и покупается. Только божественное возмездие безвозмездно. Написал я этот афоризм 2 ноября 2010 года. Вообще, как для человека неверующего, у меня очень много афоризмов про веру, Бога. Верующий. Бог миловал. Одна из лучших, наверное, реплик. В диспуте со Всевышним о невозможности его существования легко одержать победу за неявкой противника. Бога нет и сегодня не будет. Как-то Бог с людьми не по-божески. Я очень много посвятил афоризмов Богу, которого не верю.